Всем привет! Сегодня хочу показать вам раскрашенное за апрель. Наверное, часть вы уже видели в каких-либо челленджах. Ну, покажу все-таки. Так, я люблю раскрашивать кавай. Здесь такая грандиозная работа на День космонавтики. Раскраска для сильно уставших. Здесь тоже вот такой космонавт. На фоне это чернила Малевич и там золотые белые брызги. Белый, кстати, впитал в себя цвет. Так, дальше. Вот такое инопланетяшка. Тоже здесь я чернила использовала и тоже белый цвет впитался. Впитал в себя цвет вот этого синий. Поэтому брызг не так видно. Так, далее пельмешек, первая часть. Здесь у меня вот такая вот Алиса. Это мы тоже с Настей раскрашивали. Это мы с Настей, получается, два челленджа, да, в апреле сделали. Обалдеть. Ну, здесь я, как обычно, уже раскрашиваю полихромусами. Мне, в принципе, нравится, как они ложатся, как смешиваются. И цвета вот такая, у полихромуса выдержанная палитра. Ну, собственно, мне кажется, подходит даже очень. Вот так, наверное, сделаем. И штрихи остаются. И мне это даже очень нравится, потому что здесь тоже, да, все в штрихах. Ой, я реально, у меня все только по челленджам. Я, по-моему, вообще просто так ничего не раскрашивала. Так, куковая. Здесь вот такой космонавтик. Здесь все маркерами быстренько. По-моему, доработка карандашами только на космонавте. Мне нравится цветовая палитра такая необычная. Нашла какую-то картинку в Пинтересте. Там тоже был желтый космонавт и вот все вокруг розовое. Это на Алису я раскрасила. Вот такую девчулю. Здесь фон гранулирующий акварелью белой ночи. Ну и девочку потом чуть-чуть карандашами доработала. Здесь я все быстро раскрашиваю. Как-то особо не заморачиваюсь. Ну и результат мне нравится. Процесс. Так, это Coloring Heaven. Здесь такая у меня Алиса. Здесь я все раскрашивала маркерами. Потом кожу чуть дорабатывала карандашами. Опиралась я на палитру художника. Это вот Юрико Широу. Такую картинку не нашла, но вот у нее все, в принципе, такие куколки на каком-то цвета хаки фоне. Плиточка. Все такое мрачноватое. Ну, я тоже подумала, что здесь будет вполне прикольно смотреться. Но эта работа мне нравится, но она у меня заняла время вообще просто нереально много. Так, далее на Миражке. Здесь вот такая Алиса раскрашивала акриловыми маркерами. Что-то язык заплетается. Ну, тоже, в принципе, нормально вышло. Здесь они с... здесь тоже Алиса, по-моему. Что-то не вижу закладки. А, вот она. Алиса. Ну, не знаю, что сказать. Акварель фон, подложка акварелью и чуть доработка карандашами. Здесь вот я закосячила с платьем, но уже не знала, как исправить. Думала, ладно, пусть так будет. И последняя работа. В общем, такая космическая сова. Она мне, в принципе, нравится. Особенно вот эта темная часть. Ну, вот такие работы получились. Все были они на челлендже, на совместное раскрашивание. Ни много, ни мало, но вполне. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.